А вот кто, мне всегда интересовало, кто, допустим, в российском сегменте вот социальных сетей западных, если мы говорим, ну там про тот же Facebook, кто устанавливает эти правила? То есть это Там, ну, все роботы время, Евгений, все при... или живые люди? Нет, Евгений, все предельно просто. Да. Вот в социальных сетях, в Фейсбуке, да, Да. там прям вот, там все граждане, это же, они подчиняются закону штата Колорадо, да, и поэтому Да. у них там вообще нет таких вопросов, которые у нас с вами возникают, я вас уверяю, да. Но когда на территории России в Фейсбуке кто-то ругается или в Ютубе, это же аборигены ругаются, не граждане Америки, да, то есть страна, с которой никто не сотрудничает, пусть они там ругаются. А наши суды не принимают этих исков, потому что они не очень понимают, а где этот YouTube. Он же не подчиняется решениям нашего законодательства. И то, что мы сейчас с вами обсуждаем, оно невозможно ни в Китае, невозможно и в Америке. Там и там соблюдаются законы. Мы находимся на некой территории, я об этом, ну, постоянно говорю, как Бурдянов осел. Но нам надо куда-то пойти, либо направо, либо налево. Ну надо, то есть другого нет пути, потому что иначе мы сдохнем. Мы на разрыв, мы постоянно на разрыв между Гноином и Швыдким. Ну, вот если так по-простому сформулировать. Ну, серьезно, ну не бывает. Они не могут жить вместе. Да? Либо Гнойный должен пойти постричься, назваться там Иваном Петровым, да, то есть, либо Швыдкой должен надеть себе вот этот вот, я не знаю, что там, ирокез сделать, да, и туда же ринуться. Не бывает, не, нельзя, понимаете? Не получается. Фьюжн для страны, для любой страны, это плохо.